Всем намасте. Начинаем с поклона. Итакадими, такадими, 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 ты. Разогреваемся. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, на четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, три, на два, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Хорошо, наклоны, и раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, и перекаты. Носочек в сторону, ножка тоже. Так, через верх макушка тянется в потолок с прямой спиной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Так, хорошо, хорошо. Топаем. Пальчики вместе. Кладем сзади на талию. Пятки в сторону, мысочки. Копчик опускаем. И по одному разу на трех скоростях топаем. Спина прямая, плечи вперед, вверх, назад. И ты, я, ты. Ты, я. Ты, ты, я, ты, ты, я, ты, вторая скорость, ты, я, ты, 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 я, ты, ты, я, ты, 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 я, ты. Так, по два, два правой, два левой. Пятки, мысочки, руки за спиной. И ты. Я, ты, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, ты, вторая скорость, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, третья, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, ты, ты, я, ты. Так. Давайте по 5. 5 это 2 медленно, 3 быстрее, 2 медленно, 3 быстрее. Угу. Так, и ты, 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 там, ты, 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 там, ты, 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 там, ты, ты. Ты, ты, вторая скорость. Ты, 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 там. Ты, 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 там. Ты, 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 там. Ты, ты, третья. Ты, 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 там. Ты, 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 там. Ты, 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 там. Ты, ты, там. Так, и последнее. Давайте по 7. 4 медленно, 3 быстрее. Правая, левая, правая, левая. Правая, левая, правая, а потом левая, правая, левая, правая, левая, правая, левая. Угу. Какой ногой начинаем, такой, получается, и заканчиваем. И ты, ты, дат, та, ты, ты, там, ты, ты, дат, та, ты, ты, там, вторая скорость, ты, ты, да. Ты, ты, там, ты, ты, да, та, ты, ты, там, ты, ты, да, та, ты, ты, там, ты, ты, да, та, третья, ты, ты, да, та, ты, ты, там, ты, ты, да, та, ты, ты, там, ты, да, та, ты, ты, там, ты, ты, да, та, ты, ты, там, ты. Хорошо. Маленькая хитрость этого движения, на самом деле, заключается в том, что мы делаем в одном ритме удары правая, левая, правая, левая,
потом в том же правое, и быстрее мы делаем, на самом деле, только два последних раз-два. Вот. На самом деле, это как бы порядок, у нас тут шесть счетов получается. Раз, два, три, четыре, и на последний у нас помещается два удара. То есть выглядит как будто три быстрее, хотя на самом деле два последних просто ускоряются. Предыдущие, получается, в той же пять. То есть пять в одной скорости и плюс два в два раза быстрее. Так, давайте тэ-юн-дат-та. Первое, второе, третье мы в прошлый раз начали разбирать. Кто-то повторял. Так, локти вверх, пальчики вперед, кисти прогнуты, все пальчики вместе сложены. По положению пальцев, вот если перед собой подставить, так, и не опуская локтей, попробовать развести верхние фаланги в разные стороны. Так, как бы, чтобы локти параллельно полу оставались. Потом можете развести и положить ручки вот так, как они у нас должны быть. Вот так именно и должна прогибаться кисть. Сначала, может быть, она немножко прогибается, но все лучше, лучше, лучше. Главное, чтобы не торчали косточки наружу во всех жестах. Вот это правило прогиба. Соблюдаем. Так, локти в сторону, руки перед собой, 20-25 сантиметров. Вперед, разводим пятки в сторону, мысочки. Красиво садимся, поднимаем локти, прогибаем кисти. Угу. Так, плечи внизу остаются, локти вверху. Выпад вправо, влево с глазами. И тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, тэй. Юм, да, та, тэй, юм, та, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, тэй, юм, да, та, тэй, юм, вторая скорость. Тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, юм, да, та, тэй, юм, та, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, юм, да, та, тэй, юм, третья, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. Татеем, да, теем, да, татеем, да, теем, да, татеем, да, ты. Угу. Так, давайте теперь то же самое по два раза. Два выпада вправо, два выпада влево. Первая, вторая скорость. Стараемся максимально высоко поднимать ножки. И когда нога уходит в сторону, колено прямое. Да, носочек тянем на себя. Коленка не остается согнутой, мы ее натягиваем. Так, вперед, в сторону, красиво сели, улыбнулись, это простое движение, тут можно расслабиться. Плечи вниз, шея расслаблена, локти вверх, кисти вниз. И тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. Тэй, юм, да, та, тэй, юм, вторая скорость. Тэй, юм, да, та, тэй, юм, да, с глазами. Да, та, тэй, юм, да, тэй, юм, да, та, тэй, юм, да. Юм, да, та, тэй, юм, третья, тэй, юм, да, та, тэй, юм, да. Та, тэй, юм, да, тэй, юм, да, та, тэй, юм, да. Да, та, тэй, юм, да, тэй. Так, теперь давайте третье. Вспомним, в прошлый раз мы разбирали ноги, в этот раз давайте руки тоже медленно разберем, почистим, вспомним ноги сначала, выпад вправо, влево, мысочек назад, удар. И тэй, юм, да, та, тэй, юм, там мысочек назад, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та, влево, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. Тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. Помните? Думаю, что да. Так, теперь давайте руки вспомним, разберем перед собой. Спина прямая, корпус чуть-чуть вперед, ручки 20-25 сантиметров напротив центра груди. Вперед, в сторону, перевернули, согнули безымянный пальчик и выпад вправо, прямо, влево, прямо, тут все просто. Дальше рука идет через верх к себе, правая сначала. Раз, к себе, в это время наклоняемся. Рука свободная остается в сторону, то есть она не поднимается, не уходит назад.
Смотрим на руку. Дальше выпрямляемся, переворачиваем ладошку. Выводим руку ладошкой вперед и опускаем. Давайте еще раз справа, потом лево будет так же. Раз, два, три, четыре. Через верх к себе наклонились. Посмотрели на руку, здесь остается на месте левая. Перевернули, посмотрели вперед. Вывели ладошкой вперед в сторону и опустили. Так, локти сохраняем. И влево. Раз, два, три, четыре. Тоже через верх с наклоном. Посмотрели на руку. Перевернули ладошкой вперед и опустили. Так, из важного, особенно когда делаем влево и наклоняемся, да, кто уже пробует наклоняться, старайтесь, чтобы у вас наклон головы сохранялся, да, в ту же сторону, что и наклон корпуса, чтобы голова не смотрела в ту сторону, да, вот куда вы наклоняетесь, макушкой тянетесь в нужную диагональ. Угу. И сильно подбородок тоже не опускаем. Корпус прямой, наклонился чуть-чуть, так, чтобы не зажать, чтобы не напряглась шея. Давайте еще раз руки вправо-влево, а потом все вместе. И тэй юм да та тэй юм та. Через верх сразу на руку начинаем смотреть. На руку наклон. Перевернули прямо в сторону. Прямо. Есть влево. Тэй юм да та тэй юм та. Через верх. Тэй юм та та. Тэй юм та. Угу. И еще локти держим. Это уже следующий уровень. Так, давайте ноги с руками. Локти вверх, кисти вниз. И тэй юм да та. Тэй юм та. Теперь мысочек назад, рука к себе. Наклонились. Угу. Дальше удар передней ножкой. Перевернули, корпус выпрямился. В сторону. И приставили. Влево. Тэй юм да та. Тэй юм та. Левая ножка на мысочке назад. Наклонились. На ударе выпрямились, перевернули. В сторону. И приставили. Давайте еще раз. Так, красиво садимся. Пятки в сторону. Мысочки. Сели, перевернули. Три потака. И тэй. Юм, да, та, тэй, юм, та. Смотрим за рукой, наклон. Ударили, перевернули в сторону. Приставили влево, тэй, юм, да, та, тэй, юм, та. За рукой, перевернули в сторону и приставили. А теперь давайте три скорости сделаем. Третьего движения вправо-влево, вправо-влево. Так, натирамбе, красивое начало. И тэй, юм, да, да, еще сидим. И тогда поднимаем ноги, если уже разобрались со всем остальным. Тэй, юм, да, да, тэй, юм, да, тэй, юм, да, да, тэй, юм, да, тэй, юм, да, да. Тэй юм, вторая скорость. Тэй юм, да, та, тэй юм, та. Тэй юм, да, та, тэй юм, та. Юм, да, та, тэй юм, та. Тэй юм, да, та. Третья. Тэй юм, да, та, тэй юм, та. Тэй юм, да, та, тэй юм, та. Да, та, тэй юм, та. Тэй юм, да, та, тэй юм, та. Тэй. Выдохнули. Так, давайте попробуйте сами подсчет. Это же движение. Первую, вторую скорость, как минимум, третью можно только руки или только ноги. Готовы? Возможно, да? Все может быть. Так, сидим ниже. Я так уже примерно по уровню потолка и камеры знаю, что если сядете ниже, тогда увижу лицо. Да. И тэй юм, да, та, тэй юм, та. Тэй юм, локти, да, та. Тэй юм та. Тэй юм да та. Тэй юм та. Тэй юм да та. Тэй юм та.
когда делаем влево, главное не забыть, что мы делаем первый выпад влево, потом вправо, и только потом к себе рука перевернули, в сторону приставили. Так, давайте отвлечемся на движение, где меньше руки в сторону, надо держать. Вернемся в конце. К третьему еще раз его повторим, надо его доучивать все ж таки. Так, давайте следующее, пятое. Четвертое не будем по одной простой причине. Не помню, рассказывала или нет. Четвертое – это третье, в котором каждая часть умножена на 2. То есть 2 выпада вправо, 2 выпада влево, 2 наклона перед собой и 2 выпада снова в сторону. Это четвертое. Так, давайте пятое – руки. Болят – это хорошо. Значит, старайтесь. Пальчики натянуты, указательный средний. Верхние, те, что торчат, тянутся. Угу. Открываем на месте ручки. И вот сейчас, как заучите это движение, так всю жизнь будете переучиваться. Выводим руки вперед, сейчас без наклона. Раз, два. И полностью натягиваете локти. Руки будут параллельно плечам. Каждая рука параллельно плечам. То есть в стороны не расходятся и сильно не сходятся. И теперь, когда возвращаем, первые согнутся локти. Раз, два. Угу. Вот это главное запомнить, что руки здесь будут открываться по прямой линии вперед. То есть, когда мы открываем руки, вперед руку тянут пальцы. Угу. Вперед. И когда закрываем, первые сгибаются локти и последними закрываются кисти. Да, чтобы не сформировалась привычка, например, делать вот так или как-то еще по-другому. У каждого свой вариант. Он один. Открыли, вытянули вперед, согнули и к себе. Угу. Раз, два, три, четыре. Да. И здесь у нас будет движение с наклоном. То есть мы открываем, наклоняемся вперед и закрываем, выпрямляемся. Угу. Давайте вместе и до конца это движение. После того, как закрылись, 2 выпада вправо, потом снова наклон вперед, 2 выпада влево. Так, спина прямая. Открыли, вперед с прямой спиной, закрыли, к себе, и левая просто уходит в сторону, а правая выходит ладошкой вперед уже открытой. Раз, два, три, четыре. По ровной линии к себе, снова выпад вперед. Раз, два, три, четыре. И по ровной, уже правая просто в сторону, левая открытая. Раз, два, три, локти, четыре, еще раз к себе, вперед, так, не через верх, вот тут кисти вверх идти не будут, они просто на месте открываются и вытягивают всю, да, всю руку вперед, дальше локти, угу. Вправо, раз, два, три, четыре, к себе, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Есть. Так, теперь давайте ножки. Руки за спиной, кто сари не держит. Делаем выпад правой ногой вперед. Раз. Остаемся в арманде, мысочек тянем. Удар левой. Приставили. И приставили. 2 выпада вправо. Раз. 2. Ножка вверх поднимается. 3, 4. Слева. Раз. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Все первые 8 движений, они все будут укладываться в 8 счетов. Вот ногами что-то нужно делать в одну сторону на 8 счетов. Если получается больше или меньше, то что-то забыли. Давайте еще раз. И раз, два, три, четыре, половина, 5, 6, 7, 8 закончили. Слева. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо? И такой важный момент с ногами. Когда наклоняемся вперед, выводим ручку-ножку, все выводим, бедра остаются параллельно полу. То есть бедро не тянется за ногой вперед, а они остаются на одном уровне параллельно плечам. Раз, два, три, 4, да, и плечи, ну, с плечами проще, тут обе руки пойдут, а нога одна вперед выходит, поэтому есть соблазн выкрутить бедро.
Так, пробуем руки и ноги. Хорошо сидим. И хотя бы вначале улыбаемся. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще раз справа, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Сами попробуйте или еще раз вместе. Да, улыбка загадочная. Давайте еще раз вместе, медленно, а потом сами. Так. Базовых движений всего 8 из хороших. И, ты, юм, да, та, ты, юм, та. 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 Угу. Давайте сами на первой скорости подсчет. Что-то точно получится. Вдохновляющая речь, согласна. Готовы? И ты, юм, выпад, удар. Приставили, приставили. Два выпада вправо, приставили. Вправо, приставили и влево. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та. Хорошо, еще раз вправо. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. 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 Хорошо, хорошо, хорошо. Единственный момент, это вот руки, когда вперед выходят, они-то идут в правильном направлении. Старайтесь, чтобы через верх все-таки они не переходили, а по прямой. Раз, два, три, четыре. Угу. Естественное желание водопадом упасть вперед, но тут по прямой. Тейюмдатта. И наклон у вас будет получаться. А если вы наклоняетесь, вперед, то есть не за счет ягодиц назад, за счет корпуса вперед. И если вы выпрямитесь, то руки окажутся перед вами. Да, то есть руки отдельно от корпуса не падаем, они перед вами. Наклоняйтесь сколько можете вперед. Голова тоже не падает. Макушка тянется в одной линии с корпусом, тянется в диагональ получается. Угу. То есть сильно нет цели, сильно прям наклониться, как акробаты, гимнасты сложиться. Так, давайте три скорости сделаем и перерыв на жесты. И цей. Юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм, вторая скорость. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм, та. Ты, юм, да, та, ты, юм. Я тейюм, да, тейюм, да, да, тейюм, да, тейюм, да, тейюм, да, тейюм, да, тейюм, да, тейюм, да, да, тейюм, да, тейюм, да, тейюм, да, да, тейюм, да, тей. Хорошо, давайте вдох, выдох, можно выпить водичку, если надо. Может, надо. Так, повторим жесты и продолжим. Успеваем. Закончим сегодня вот эту связочку, ну или кто-то начнет заканчивать. Таки та так иди, ми так а таки та так иди, ми так и та так иди, ми так а таки та. Звучит очень длинно, на самом деле там всего три движения ногами, которые просто чередуются между собой. Так, жесты. У нас патака локоть. Тут у нас прямой угол. Патака флаг.
три патака, тройной флаг, пальчики вот здесь прогнуты, да, косточки не торчат. Ардха патака, половина флага, карта римукха, ножницы, так, ага, и натягиваете их параллельно, то есть не в разные стороны друг от друга, а параллельно. Угу. Ножницы, майюра, павлин, ардха чандра, половина луны, арала, крюк, так, и вот эти пальчики вместе. Ага, если надо, можно помогать соседней рукой. Крюк, шукатунда, клюв попугая, мушти, сжатый кулак, шикхара, пик, капита, застежка, кисть прогнута, угу. Катакамукха, звено в цепи, сучи, стрелка, чандракала, молодой месяц, падмакоша, держать что-то, сарпаширша, змея, мригаширша, голова оленя, симхамукха, пасть льва, так, вторая, нижняя челюсть тоже, да, ага, пасть льва, кангула, хвост или злак. Безымянный сгибаем, зажимаем его большим и переворачиваем. Хвост или злак. Алападма. Распустившийся лотос. Дальше чатура искусный. Мизинчик вниз, три пальчика вместе и большой кладем на вторые фаланги. Угу, искусный. Когда делаем поклон, следующий уровень поклона в начале. Раз, два, три, четыре. Вот пола касаемся именно двумя чатурами. Вниз к полу и к глазам. Так совсем красиво. То есть можно патаки. Патаки это простой вариант. Да? Здесь раз, два, и потом уже через верх будут патаки. Так, чатура искусный. Брамара. Пчела. Хамсасья. Локти. Голова лебедя. Угу. Так, дальше. Хамсапакша. Крыло лебедя. Сейчас вас сниму. Улыбайтесь. Самдамша. Щипцы. Так. Тут надо успеть. Жесты заканчиваются. Сейчас, подождите. Так, так. Сам, значит, самдамша у нас было. Щипцы. Мукула. Бутон. Урнанабха. Паук. Тамрачуда. Петух. И тришула. Трезубец. Мизинчик зажимаем большим пальчиком. И все пальчики вместе, чтобы не было похоже на вилку. Да, хорошо. Так. Отдохнули немножко? Конечно, отдохну. Давайте повторим первую часть вот этой связочки. Таки-та-та-кадими. Так-а-таки. Это у нас идет 3, 4 и 5. То есть движение ногами на 3 счета, на 4, на 5. Кто-то, возможно, учил уже. Давайте вспомним. Первое. Таки. Удар сначала правой, потом мысочек левой и опускаем левую пятку. Та, ки, та. Угу. Удар правой, поставили левую на мысочек, такой плотный, уверенный, и опустили. Удар, мысочек, пятка. Удар, мысочек, пятка. Удар, мысочек, пятка. По счету получается так. Раз, два, три. Раз, два, три. Та, ки, та, та, ки, та. Угу. Это три. Дальше. В принципе, из движений ногами тут их вообще только два, а потом они между собой смешиваются. Второе это на четыре. Очень похож на предыдущий. Делаем удар. Раз. Дальше. Поднимаем пятку. Мысочек остается к полу прилипнувшим, опускаем пятку и такое же окончание. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень частая, вот именно в четверочке, частая, не то чтобы ошибка, но вот эта внутренняя балерина, она выползает особенно на третьей скорости и делает так. Та-ка-ди-ми. Та-ка-ди-ми, да, натягивается мысочек и получается балет. На всех скоростях мысочек от пола не отрывается.
вы на нем прям себя устойчиво должны чувствовать. Так, прогибаете красиво, если подножку вам сделать, вы хотя бы секундочку простоите. Та-ка-ди-ми. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Та-ка-ди-ми. Угу. Вот, у нас есть три, у нас есть четыре, пять, это три, плюс один удар. Выглядеть будет так. Та-ка-та-ки-та. То есть первый удар в пяти у нас на два счета будет. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Та-ка-та-ки-та. 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 Помашите руками, если получилось. Еще раз надо. Если одной рукой, да, это напополам. Давайте еще раз. Три понятно? Вот с тремя. Три удара. Четыре понятно? Пять. Все? Пять еще не очень. Давайте пять повторим. А потом будем их между собой складывать. Так, 5 это 3 плюс 1 лишний удар в начале. Раз, два, раз, два, три. 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 Угу. То есть 3 это у нас просто. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А пять это плюс один удар, но этот удар делается на два счета. Как бы условные пять счетов получается. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Есть? Или еще раз? Есть, хорошо. Так, теперь первая часть. Простая. Мы делаем 3, 4, 5. Просто подряд. Один раз 3, один раз 4, один раз 5. Вторая часть. Там просто нужно внимательно быть, она несложная. Во второй части мы делаем 4, 3, 4, 5. Все. И потом все это целиком. Так, давайте первую. 3, 4, 5. Просто один раз 3, один раз 4, один раз 5. И раз, два, три. Теперь 4. Раз. Два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Так, Гана, ты помнишь руки к этому движению? Та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ка-та-ки-та. Это первая половинка. Вот, давай с руками. Для тебя, кто еще руки не учил, пока забудьте, только ноги учим. Ага, та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ка-та-ки-та. Угу. Та-ка-та-ки-та. Так, индийские танцы, как это, у каждого свой уровень. Так, и 3-4-5. И та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ка-та-ки-та. Еще раз, раз, два. Три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Есть или еще раз? Кивок головой есть. Поворот рукой. Еще раз. Давайте свои жесты придумать. Так, давайте еще разок. Потом отдельно вторую часть также разберем. Там будет 4, 3, 4, 5. И раз. Два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Угу. Так, теперь отдельно вторая часть. Мы делаем 4, 3, 4, 5. Вот эти порядок, да, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5 можно запоминать как мантру. Так, сначала 4. И раз, два, три. Четыре, теперь три. Раз, два,
Три, снова четыре. Раз, два, три, четыре и пять. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Потом, если кто-то когда-то спросит, почему индийские танцы так просто выглядят, да, или скажут, что они так просто выглядят, вы можете им показать движение. Так, даже без рук, без глаз, без ничего, первую половину. Уровень уважения к вам поднимется в миллион раз. Так, давайте, 4, 3, 4, 5. И, та, ка, ди, ми, 4. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, извините. Раз, два, три, 4, 5. Угу, запуталась в двух ногах. Так, Гана, по рукам дальше. Там идет. Было та, ка, та, ки, та. Та-ка-ди-ми, та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ка, та-ки-та. Ага. Еще раз, я так понимаю, показать, да? Можно еще раз? Да, я да. Чуть ближе посмотрю, чтобы ты не уверена. Так, мы до этого делали. Та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ка, та-ки-та, та-ка-ди-ми, та-ки-та. Ка-ди-ми, та-ка-та-ки-та. А, все, я вспомнила. Да? Все, молодец. Это было давно, согласна. Но руки там были. Так, давайте еще раз вторую часть. Вторая часть, Ганна, если с руками, начинается отсюда. Рука открыта и так-ка-ди-ми к себе. Так, так-ка-ди-ми, так-ки-та, так-ка-ди-ми, так-ка-та-ки-та. 4, 3, 4, 5. И раз, два, три, четыре. Раз. Два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Как подогреть мозг зимой. Так, давайте вспомним первую часть. Три, четыре, пять. А потом отдельно четыре, три, четыре, пять. Потом они будут вместе, просто друг за другом идти. Сейчас три, четыре, пять. И раз. Два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Так, есть Юля? Так, 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 сейчас вижу. Еще раз. Три, четыре, пять. Да. Сложилось? Это есть. Хорошо, хорошо. Теперь давайте 4, 3, 4, 5. Угу. И, та, ка, ди, ми, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Как с вот этим дела обстоят? Отлично. Хорошо, соединяем. Первая часть плюс вторая без пауз. С руками проблема. А в чем проблема? Я не уверена, что я делаю правильно руки еще раз. Так, хорошо. Так, вверх ходишь, так и так. Так и так, потом на так одними к себе. И обе впереди, и не обе там. Обе впереди и обе обратно. На так и так это надо их вывести вперед и вернуть к себе. А, все. Так. Така, такита. То есть натака вперед, а натакита плавненько к себе. А, все. Угу. Теперь лучше. Спасибо. Так, теперь давайте все. Значит, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5. Так, как научиться считать? Отлично. Без рук делаю, чтобы не отвлекать. И раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, четыре, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Получилось? Или еще раз? Ага, так, вижу, ага. Так, значит, есть два. Все. У нас своя, слушайте, своя будет азбука жестов скоро. Давайте еще раз. Так.
И раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, четыре, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Должно быть уже лучше. Есть, отлично. Давайте чуть быстрее. Хорошо? Все то же самое, немножечко быстрее. И раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Угу. Есть? Получилось? Давайте еще раз та же скорость и попробуем после нее сделать еще быстрее. Потом отдельно для Ганы просчитаю третью скорость, чтобы с руками получилось. И раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Угу. Отлично, вот, отлично. Так, давайте быструю посчитаю. Ага. Юля, пробуете? Быструю. Выхода нету, да? И раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. Давайте еще раз, а потом я посчитаю индийскими слогами, да, так и так, и дими, так и так, это тоже быструю скорость, чтобы запись была, потому что на занятиях и в жизни оно будет, на занятиях я считаю так и так, и дими, да, а в танцах оно иногда вообще не считается, певец может что-то петь, и вот это так и так, и дими, только вот этими железными тарелочками можно определить их, слушать, ну, как я на занятиях считаю, только по ним определяется, что там так это или так и дими. Так, что у нас? Еще раз быстрая скорость, раз, два, три, а потом один раз быстрая со слогами. И раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, пять. Так, а теперь соло. Так, и таки, та, так, дими, така, таки, та, так, дими, таки, та, так, дими, така, таки, та. Да. Давайте в конце, Ган, вот как ты делала, давай добавим. Таки, та, ты, диди, ты. Ты, диди, ты. Последний будет. В правую только сторону. И таки, та, так, дими. Еще раз. Ага. В правую сторону мы закончили. Така, таки. Така, таки, та, ты, диди, ты. Угу. И таки, та, так, дими, така, таки, та, так, дими, таки, та, так, дими, така, та, ты, диди, ты. Ты, диди, ты или ты, диди, ты. Мы договорились, ты, диди, ты. Таки, та, ты, диди, ты должен быть. А, отматываем там по ритму. Ты, диди, ты будет правильно, да. Угу. Либо в конце придется добавить еще один ты. Еще раз. И таки, та, так, дими, така, таки, та, так, дими, таки, та, так, дими, така, та, ты, ты, дими, ты. О, хорошо, хорошо. Так, есть. На сегодня тогда все. Запись пришлю. Кому нужна, кричите об этом. Я иногда, конечно, задерживаю, но. Чем раньше начнете кричать «хочу запись», тем больше шансов, что я сделаю ее раньше. Так, и та-ка-ди-ми, 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 ты. Всем большое спасибо, до встречи.